Всем привет, мои дорогие любимые зрители! Не прошло и полгода, и я вновь к вам вернулась. Было очень много разных событий, все это вы можете увидеть на моем втором канале. Сегодня обещанное видео, мои парфюмерные разочарования, самые худшие ароматы года. Ну, в общем, не сложилось любви. Сегодня у нас в Санкт-Петербурге ледяной дождь, и поэтому в такую мерзкую погоду хочется поговорить о чем-то мерзком. Например, про мои парфюмерные разочарования. И поехали. Первое мое парфюмерное разочарование 2023 это Liu Zhou Silk Way. Очень красивое название. Покупала аромат я вслепую. Интересная такая крышечка. Интересное было описание, интересные отзывы, но любви с этим ароматом у меня не случилось. Аромат 2023 года. Здесь очень много классных нот, моих любимых, как розовый перец, груша, малина, бергамот, жасмин, орхидея. Но в базе здесь молоко, ваниль и пачули. И я ощущаю в этом аромате что-то очень горькое, как будто бы вот эти пачули, они слишком горчат, и это все напоминает вот этот стандартный люкс, уходящий в масс-маркет, уходящий в какую-то бюджетную парфюмерию. Поэтому из-за базы этого аромата он для меня слишком тяжелый, поэтому любви не случилось, хотя я обожаю одежду этой фирмы Liu Zhou Silk Way. Кстати, у меня будет видео про новинки, и там будет другой аромат Liu Zhou, который мне понравился, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Следующий аромат, с которым не случилось любви, это Killing Light My Fire. И все почему? Все потому, что я считаю, что этот парфюм больше для мужчин. У меня аромат вот в такой шкатулочке, кстати, я его продаю, кому нужно, пишите. И вот такой флакончик в такой увесистой шкатулочке. Она прям весит, не знаю, несколько килограмм как будто бы. 2014 года аромат. Здесь табак, сено, мед, пачули, кумин, ваниль, белый перец. В общем, очень такой, знаете, сухой аромат. Еще я бы сказала, что это очень дорогой аромат. Но это однозначно мужской вариант. Ну, на женщине, лично на себе, я его не представляю, а на мужчине очень благородно, мне кажется, будет звучать. Потому что здесь такие табачные ноты, сено, при этом здесь есть и миндаль, бобы тонко, такие сладкие ноты, но это все очень изысканно, как-то вуально, дымка, это не напористо. Поэтому как благородный аромат для мужчин, как дорогой аромат, самое то, но не для меня, мне не подошел. Следующий аромат фирмы Фурла, что, знаете, я пошла по своим одним из любимых брендов одежды, сумок, и подумала, а почему я никогда не пробовала их парфюмы? Но когда получаешь такой парфюм, понимаешь, что как бы почему ты его не пробовал. 2023 год, также покупала его вслепую, по нотам должно было быть что-то интересное, здесь лайм, перец, малина, роза, ваниль, кедр и ветивер. Кстати, он мне отстоялся, и как-то сейчас он мне нравится больше, потому что как только я его получила, он мне как-то, я его не распробовала, как будто бы я чувствовала от него какую-то вот кислоту, просто свежую холодную кислинку, а сейчас как будто бы он настоялся, и что-то в нем такое всколыхнулось, и выдалась какая-то интересная сердцевина. Кстати, вот надо давать парфюмам шанс, то есть даже если с первого раза он вам не понравился, попробуйте его через несколько месяцев, и возможно... возможно, это уже будет не вашим парфюмерным разочарованием, а чем-то таким новеньким и интересненьким. Надо будет мне его распробовать. Аромат называется Фурла Мистика. Такой мистический аромат действительно оказался, потому что сейчас он мне нравится. Ну, у нас, собственно, у женщин настроение меняется каждый день. Все это зависит от гормонального фона, и, соответственно, и парфюмерные пристрастия тоже могут меняться. Какие-то ароматы мне, например, могут очень-очень сильно нравиться, а потом я не могу ими пользоваться, потому что они мне надоедают. Вот такие варианты, когда сразу же нет, сразу же не нравится, а потом как-то распробуешь, это еще более редкие случаи. И вот Фурла Мистика один из таких случаев оказался. А прежде чем мы продолжим, обязательно поставьте лайк на это видео и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Вам это не сложно, мне приятно. И, конечно же, те из вас, кто мне пишет, что ему сложно поставить лайк, и он не будет это делать, конечно же, я не хочу, чтобы вы утруждали себя. И желаю вам сил на этом вашем нелегком жизненном пути. Следующее мое парфюмерное разочарование – это Шипр 23, Зарко Парфюм. Я этот аромат купила на радостях, на него была большая скидка в Литуаль в конце года.
А потом он из продаж вышел, сейчас там в каких-то интернет-магазинах он безумных денег стоит. Но я бы не сказала, что это любовь. Это не любовь, однозначно. Казалось бы, ничего не предвещало чего-то неожиданного. Здесь на старте фрукты, апельсин, цитрусы, груша, базе-перуанский бальзам, мой любимый, одна из моих любимых нот, ветивер, мускус, в сердце, шалфей и роза. Я, честно говоря, разочарована покупкой этого аромата, потому что для меня это про какой-то, знаете, гнилой сеновал. Да, это похоже на что-то такое пыльное, деревенское, но при этом, знаете, еще пахнет каким-то хлевом, пахнет конями. В общем, это очень неоднозначный аромат. Главное мое парфюмерное разочарование 2023 года – Шипр 23 Зарка парфюм. Так символично, знаете, 23-23. Ну, в общем, любви у нас не случилось и не случится однозначно. Вообще не мой аромат. Также из популярного уже нет у меня флакона. Мое разочарование – это тонко Кола Мансера. Очень ждали этот парфюм. Это должно было быть такое виски с колой, больше про колу и бобы тонко. Соответственно, я очень ждала этот аромат, но когда я его получила, я поняла, что любви у меня с ним не случится, мне нужно с ним расстаться. И это для меня такой очень ядреный коктейль виски-кола, где виски очень-очень много. Это такой, знаете, для меня концентрированный аромат ред-табака. Табака — это прям там алкогольный такой, как будто бы ты вдыхаешь бокал какого-то коньяка. А тонко кола Мансера это уже коктейль с колой, да, где кола там 5% в коктейле. Поэтому тоже такое разочарование, потому что, знаете, не оправдал ожидания парфюм. Конечно же, сам по себе он достаточно приятный, но не моего плана аромат, поэтому я его продала. Следующее парфюмерное разочарование, конечно же, это абсолютно бюджетный аромат. Это масло парфюмерное из Литуаль. Но я как-то, знаете, не ожидала, что масло. Не ожидала, что масло может пахнуть Баккара Руж. А оно именно ей и пахнет. Поэтому это мое такое разочарование, хотя оно финансовым. Я от него никак не пострадала, так скажем. Марка «Секреты Клеопатры». Аромат называется «The Path to the Throne». Я бы не хотела, чтобы Клеопатра так пахла, честно говоря. Мое разочарование. Не знаю, что мне с этим маслом делать. И как бы неутеннейшего, такая баночка красивая. И использовать его невозможно, потому что я не люблю Баккара Руж. Еще одно парфюмерное разочарование. Это Maison Matinée Nature Insolence. Я купила его, можно сказать, ради этого флакона. Такой красивый жук. Вот, но это больше мужской, конечно, аромат. Здесь много цитрусов, мед, дыня, мята. Очень классный, яркий, взрывной, бодрый мужской аромат. Я, кстати, его тоже продаю. Если кому-то нужно, пишите, я вам вышлю список всего того, что я продаю. Еще одно парфюмерное разочарование, которое я также продала, это Tiziana Trents Parpora. По описанию это должны были быть какие-то тягучие духи, потому что это экстракт де парфам, это духи. Там должна была быть мирра, корица, малина, ладан. Я ожидала услышать такой тягучий, какой-то задумчивый аромат. А оказалось, что там такая очень маслянистая роза, и я не смогла выносить эту розу. Только эту розу я ощущала в этом аромате, поэтому флакончик я продала. Еще одно, наверное, тоже парфюмерное разочарование. Это Dolce & Gabbana Light Blue Forever. Вообще, вот в моем самом первом видео про парфюмерные кошмары я нелестно отзываюсь про Light Blue, хотя это, можно сказать, парфюмерный дубль Соле де Капри Монталь. Но в Соле де Капри как-то он более пообъемный, здесь он более плоский аромат, а это как будто бы больше на мужскую тематику, то есть это вроде как женский аромат должен был быть, Parfum написано, но я вижу этот аромат на мужчине однозначно. На себе его не вижу, какой-то он очень мускулинный. Хотя так достаточно неплохо пахнет, такой сливочный цитрус, я бы так назвала этот аромат. Все-таки, знаете, не зря я упоминала этот аромат в своих парфюмерных кошмарах. Думала, как-то с фланкером подружусь, но любви не случилось. Dolce & Gabbana Light Blue Forever. Также не случилось любви у меня с Антонио Моретти Elmas Virgin. Потому что я уже рассказывала, что этот аромат очень похож на императрицу Dolce & Gabbana.
А я также в одном из своих первых видео про парфюмерные кошмары рассказывала, как я не люблю императрицу. Сам по себе аромат достаточно приятный, я соглашусь, что на ком-то, возможно, он красиво раскроется. Но на себе я не могу, не хочу его обонять. У меня какое-то к нему отторжение. Хотя, может быть, на кого-то другого аромат сядет красиво. На меня точно нет. Здесь также красивые ноты. Мой любимый розовый перец, яблоко, красные ягоды. В нем я в нем слышу, знаете, какую-то такую шампунистость. Вот как будто бы шампунь для волос. И вот эта вот какая-то химическая составляющая, она мне не дает покоя, не дает расслабления, не дает наслаждаться этим ароматом. Так же, как, в принципе, и в Dolce & Gabbana императрица. Такая же история. Escada Desire Me. Тоже достаточно бюджетный, в принципе, аромат. Но мне он абсолютно не понравился. Какой-то ретро во флаконе. Вот как стояли какие-то в СССР духи на полках прогорклые. Так и этот аромат мне показался каким-то прогорклым. Хотя тут мандарин, клементин, пион, кофе, темный шоколад. Но мне аромат абсолютно вообще не понравился. Не мой вариант. Escada Desire Me. И еще один аромат. Исмияки. Тут можно язык сломать. Нектар. Daisy I Go. Очень интересные у них такие футуристические флаконы. Куносообразные. И вот это самый маленький вариант. 25 мл. Такой интересный, знаете, космический. Космический флакон. Мне очень понравился этот, форма этого флакона. Но аромат... там есть роза. Я чувствую эту болгарскую розу маслянистую, и кроме этой розы в этом аромате я ничего не чувствую. Хотя здесь опять же по нотам и груша, и мед, и бергамот. Но эта роза для меня, она здесь все заглушает. Все-таки, если я какую-то ноту не люблю, остальные ноты не помогут мне заглушить эту нелюбимую ноту в ароматах. Вот как с Parporid Saint Laurent получилось, как с этим ароматом получилось. Поэтому парфюмерное разочарование. Исмияки, нектар, I go. Надеюсь, что видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Всем пока-пока.